Я в рот вас всех ебал, блядь. Олечка — это что-то особенное. Я не ассоциирую Олю как с игроком в Quake. Мы с Олей очень много и очень долго общались. Как мы с ней познакомились, это вообще эпопея. Я был в армии, а она лежала в больнице. И, короче, я только-только заимел доступ к компу, и мне Старлей скинул Quake 3 OSP на этот комп. А там карты все стандартные, понимаешь? Я сижу и думаю, ну, блядь, ну что это за хуя? Нужно же выучить там Спайдер, нужно выучить Джапан, нужно выучить, чтобы прийти с армии на гражданку и ебашить с пацанами пикап. Я сижу и думаю, а что мне, блядь, делать? И я начинаю просто спамить всем. Говорю, ребята, ну скиньте мне карты, которые сейчас играют на пикапах. Пожалуйста, я в армии сижу, я хочу выучить эти карты. И мне Оля просто первая пишет. Привет, вот тебе карты. Кидай мне пак карт. Там что-то 400 метров, что-то такое. Я с телефона, блядь, качаю этот пак, заливаю на этот армейский комп и начинаю ебашить. И мы с ней начинаем общаться, мол, типа, как тебя зовут? Она же там Light Drax была вся по жизни. Типа, там, как тебя зовут, бла-бла-бла. Говорит, я в больнице лежу. Я говорю, нихуя, я в армии сижу, блядь. Вот. Дошлись. И мы с ней так заобщались, как бы, то есть, ну, как бы, ну, Оля, я с ней, как бы, я с ней немало играл в Quake, но я ее как бы соперника по Quake и игрока вообще не воспринимаю. То есть, как бы, здесь более, знаешь, такое просто дружеское общение. Вот. Такие дела.